берега не видно было. Вода была по деревья. Упал. Хорошо упал. Август пришел. Вода в Днестре заметно упала. Причины? Новоднестровская ГЭС на Украине сейчас почти не скидывает воду. Как следствие, ее бережет и Дубасарская ГЭС. Дождей в Карпатах стало меньше. В первую очередь, конечно, влияет количество осадков, выпадает на территории Западной Украины. Ну, надо сказать, что там осадков сейчас не густо. То есть в ближайшее время, по прогнозам, осадков там не будет. Поэтому подпитки Днестр получать не будет. И на данный момент все будет зависеть уровень от работы ГЭС. Мы ожидаем, что будут срабатывать ГЭС, который все-таки улучшит немножечко ситуацию, когда надеемся, что дадут воду, особенно это касается Новоднестровской ГЭС. В гидромедцентре говорят, хоть вода и упала, до рекордов прошлого года, скорее всего, не дойдет. Есть запас, минимум в 20 сантиметров. Как меняется уровень в Днестре, замечают на пляже в Тирасполе. Не так сильно, чтобы прямо вот заметно было. Если есть, то чуть-чуть. Я иду купаться. Ага. Я купаюсь каждый день. Понижается, повышается. Карпаты. Снег. Да что-то Украина. Те года было гораздо ниже. Мы пешком его переходили. Это было за мою жизнь раза три, сколько помню. Я считаю, нормально. Заметно. Берега не видно было. Вода была по деревья. Ага, сейчас уже упал. Хорошо упал. Воды в Днестре могут добавить дожди, но у нас пока они не предвидятся. Вроде бы шла Черноморская депрессия, ее отпугнул Азорский циклон. И снова жарко. К концу недели опять за 30.